второй раз за месяц на грани закрытия. Приют «Четыре лапы» вновь может потерять крышу над головой. Напомним, в начале марта по семейным обстоятельствам Северодвинск собиралась покинуть хозяйка приюта Ольга Кицлах. Но в городе она, к счастью, остается. На этот раз существованию приюта мешает закон. С 1 января аренда земли выросла на 900%. Об огромных долгах перед арендодателем волонтеры узнали сегодня. Ну вот, 18 409, это арендная плата в месяц, земля. Именно эта платежка сегодня поставила в тупик волонтеров приюта «Четыре лапы». Второй раз за один месяц они на грани закрытия. Цена за арендуемую здесь землю в одночасье выросла почти в 10 раз. Аренда земли составляла порядка 1940 рублей в месяц, плюс арендная плата за помещение, и в сумме это составляло 13 500 в месяц. Сейчас на данный момент у нас аренда земли одна, 19 400, то есть это без аренды помещения, без всего. В год клочок земли на окраине Северодвинска и вовсе обойдется в 220 тысяч рублей. Виной высокой аренды областной закон о кадастровой стоимости земли. В силу он вступил 1 января этого года. Так что теперь на приюте висит долг в 50 тысяч рублей. В данный момент они пытаются подать какое-то обжалование, да, вот, ну, пытаются как бы там подавать в суды куда-то. То есть вот как бы конкретно человек, с которым мы заключали договор, все, да, он с этим борется. Он сказал, что я сделал все возможное, чтобы помочь нам. Ну как бы ничего не обещают, потому что неизвестно, чем все это кончится. Даже чтобы подать в суд, задолженности у приюта быть не должно. Срок арендодатель ставит до 10 апреля. Если за 12 оставшихся дней волонтеры не соберут необходимую сумму, вместе с 200 четвероногими им придется покинуть свое пристанище.